сейчас главное не забыть сохраниться. The entrance is near Holger Square. The main thing is to make sure that little girl, Emily, gets back all safe and sure. Them two Pendletons are there, so I'm guessing there'll be a lot of guards. Slackjaw might have some ideas on helping you get inside the cat, if he don't kill you. This here's his territory. He and his Bottle Street gang hold up at the old Dunwall Whiskey Factory. They sell the elixir that folks use to fight off the plague. I'll lay low, but keep an eye out for you and the little lady you're bringing back. Good luck to you. I know Emily must mean a lot to you. Be careful going up the street, Corvo. A river hand I know pulled up alongside me last night and said there's one of those watchtowers on Clavering now. I guess you getting rid of Campbell shook up the Lord Regent. Так, сохраняемся. И... Я не очень понимаю, мы приехали туда же, откуда начинали. Карту бы глянуть. А карты здесь нет, насколько я помню. Но рунок. А, амулетов нам положили новых. Ой, что это было? Будет такого мрачного финала, будет хороший финал. Шмар, они просто отстреливают. Да охренеть. Ой, так. Куда идти? Нет, стоп, должна быть карта, я же как-то открывал. Блин. Амулетов у нас нифига нету. Самое место. Не совсем понял, что за ага, это было? Меня кто-то замечает или что? Странно. По-моему, кого-то опять просто клинит на трупах. Да? Куда нам тебя спрятать? Кто хакает? Что такое? Ой, я то что-то могу? А, нет, ничего, я не могу. Так, сохранимся. Пробуем. Пошалить. Хоп-хоп-хоп.
вроде все нормально. Вопрос, туда есть смысл идти? Смотреть, там что-то изменилось или как? Черт его знает. В смысле, что здесь происходит? Блин. Действительно, что здесь происходит? Совершенно не прикалывает, когда их так клинит странно. Что это? Ну, я, пожалуй, переиграю. Меня это немножко смущает штука. Хотя я давно тут. Так, здесь один труп, значит. Понятно. Эй. Да что ж ты под нее залазишь? Было. Я, видимо, рано что-то отпустил. Ой. Да, что-то у меня пока не пошло. Ой. Ладно, вроде не разбился, это ладно. Сейф. Ну, у меня единственный вариант разобраться с этой штукой, которая мне мешается. Чтобы с ней разобраться, надо как-то на нее попасть. Правильно же я мыслю? Думаю, что правильно. Я ее выключил, да? Ай, да что же вы мне про убийство в падении постоянно говорите? Не буду я убивать в падении. Я, пожалуй, сохранюсь. И где второй? Вон он, второй. Усыпим. Не знаю, сюда кто-нибудь еще пойдет, интересно. Да блин, не надо так падать. А, гранаты, пули, все у нас уже все по полной. Хлеб, монетки. Рапорт стражи. Всему личному составу, несущему дежурство на бульваре
Клеверинг. На капитана Джеффа Карнелл было совершено покушение неподалеку от площади Холджера, поэтому там будет установлена дополнительная сторожевая вышка. Карнелл удалось выжить только благодаря смекалке и отличной подготовке. В настоящее время мы пребываем в состоянии повышенной готовности, пока виновный не будет найден. Всем нарядам следует допрашивать любую подозрительную персону, замеченную на означенной территории. Примечание. Сооружение защитного устройства займутся инженерные подразделения. Ворвань для новой сторожевой башни будут доставлять каждую ночь. Ну, понятно. Совершенно. Так, кто там до последнего в карту просадил? Пум-пум-пум-пум. А, здесь они вообще забаррикадировали. Ха-ха-ха. Боитесь, да? Хорошо. Съедим банку с консервами. Правильно, что понимаем, мне здесь больше опасаться нечего, что ли? Ну, ладно, так, надо глянуть карту. Я знаю, что где-то здесь была карта. Да, вот она. Просто чтобы сообразить территориально. Два золотые окошка. А, ну понятно. Я в прошлый раз пошел на площадь Холджера. Угу. Пойдем старую ветвь, что ли, проведаем. Даже интересно, как оно сейчас повернется. Attention, Dunwall citizens. Thaddeus Campbell, formerly High Overseer, is no longer a citizen of Dunwall. He now bears the heretic's rank, and by one of the oldest traditions of the Abbey of the Everyman, it is now a minor criminal offense to offer this man. Тоже свои. Hey, you're just the man I was looking for. Slackjaw's wanting to talk to you. Опа, эту забаррикадировали. Я смотрю. Ну ладно, пойдем к Слэкджову. What a mess, huh? Whole town's... Ой. Someone's... И извините, я случайно. Я просто не ту кнопку нажал. Просто КТРЛ везде приседать. А здесь это оказалось. Ну, в смысле, не оказалось, оно давно здесь так. Схватить и удушить. Ой, я могу их грабить. Замечательно. That him? Yeah, he's the one. Hey, we got a message for you from Slackjaw. He wanted to talk at the distillery. Ничего нет, да? Ты тоже пустой? Тоже hey, пустой. Blow off, Joffer. Ой, что такое? Опа. Так. И... Стоп. Это неправильно. Не, конечно, понимаю, что сохранение и загрузка. Это плохо, но... У нас цели немного иные. А главное, мне очень интересно, как этих обходить. И как мне взять руну? Опа! А вон и типок сидит. И не видит нас. Ха-ха-ха. Так, тихо, не шумим.
места нет. Что такое? Что за костяной амулет? Дали. Во, вы быстрее восстанавливаете манну. Вот это вот супер. Наверное. Так. Умение. Ага, я могу улучшить себе навык какой-нибудь. Ну, пожалуй, наверное, возьму перенос. Он, конечно, очень сильно облегчает жизнь. Так, ладно, сохранюсь. Руну я взял. Не знаю, мне здесь есть смысл еще что-то пытаться делать. О, они вон по крышам ходят. Торговцы, я так понимаю, здесь уже не будет, да? А я их вижу, интересно, в таком вот виде. Хрен, нифига я их не вижу. А, нет, вон что-то вижу. Ну чё, ради забавы, я думаю, вырубим. Далеко. Супер. Здесь нам ничего не надо. Ну, вообще их, по-моему, больше выскочило в прошлый раз. Никак не двое. Где еще-то? Так, он там бродит. Там стоит, он меня очень смущает. Если я на него использую дротик отсюда, он скатится далеко, интересно. Давайте попробуем, чё. Просто ради интереса. Не, вообще никуда не скатился. Откуда тут кровь? Ой, ладно. Так, сохранимся, попробуем поговорить с ним. Ага. Ой, простите. Да извиняюсь. Че есть вкусного? Давай, давай. А, усыпляющие дротики, монтажный инструмент, пули стражников, пули, добытые из запасов стражи, эликсир, болты. Ничего нету, куплю дротиков, но... Все деньги, которые у меня есть, пригодятся, я считаю. Ладно, все, пойду на винокурню, пообщаюсь с Лэг Джовом. Anything to smoke or eat? Blow off, Joffer. Хоп. Hey, what? Чё, не ожидали, да? Ладно, поехали. На винокурню. Если он меня будет, короче, кого-нибудь просить убить, я не буду это делать.
Я добрый персонаж. Самое главное, что он не... Чтобы он мне не припомнил мою прошлую вылазку, когда я тут всех повырубал. Аккуратненько сложил по кучкам. Ой, я сразу вижу здесь амулет. Да? Только амулет? Да, вроде только амулет. А если я потырю у них, они не обидятся? Вроде норм. Ну и ладненько. Так, рунка. Опа. Не пущают. Ну и что? Ну и как это называется? Slackjaw be waiting for you. У кого ключ? Колитесь. Hey, you in the mask. You look like a clown. Сам ты клоун, блин. Блин, доигрался. Так. КТРЛ лишний раз не сжать. Ладно, в любом случае мне интересует, где ключ взять. И почему у меня его не осталось с прошлой серии. Точнее, с прошлой миссии. Не, ну я не попаду туда. Ай. Блин, вон она, и взять нельзя. Что ж такое-то? Ключик, ключик, ключик. Не вижу нигде ключика. Крысами я, наверное, туда тоже не проберусь. Хотя... Ну, можно попробовать ради интереса чисто. Главное, чтобы меня не раздавили сейчас. Нет. Никак. Don't make me take that away from you. Тьфу на тебя, короче, ладно. Идем дальше. Прикольно, пошариться можно. Ничего не говорят даже. Easy, easy. You just need a bit. Ain't you heard? Slackjaw keeps the good stuff for himself. Rest of us get one part elixir, three parts water down. Oh, that's just to make the swallowing smooth. Well, I ain't taking no chances on getting the plague. Drink till you drop, that's my motto. Думаю, это не совсем к этому эликсиру относилось. Ну да ладно. Так, у этого торговца капитана картинами Бантинга хороший вкус. Если в Донуоле у кого и остались ценные вещи, то только у него. Обещаю, тот, кто откроет его сейф, получит две доли. Слэк Джоуф. А где сейф? Так. Чего я пропустил? Да вроде ничего не пропустил. Так, попробуем туда. Все забираем. Мы не жадные. Паста накаливания.
зажигательный болт. Не особо мне опять же нужен. К сожалению. О, ключик, ключик, ключик. Это не тот ключик, наверное. Мне бы крысу. Крыс тут нет. Но я... А, так, стоп, я знаю. Там на улице была крыса. Вот она. Посмотрим. Ой, блин, что-то выпил. Посмотрим, куда нас приведет эта фигня. Я успею, наверное. Никуда нас не привела. Печально. Что скажешь? Ой, как меня плющит. Пойду испытаю ключик на всякий. Мало ли, вдруг откроется. Еее, открылось. Так, что за амулет дали? Альбинос. Белые крысы встречаются вам чуть чаще. Знать бы еще зачем это.